Всем привет! Хочу рассказать о ветеринарном препарате. Называется он Diadoc and Cat. Это жевательные таблетки от диареи в случае отравления, в случае, когда вы переходите с одного корма на другой, или если вы съели нечто несъедобное. Значит, можно давать вот такие таблетки. Таблетка довольно-таки большая, но она вызывает интерес. Нравится по запаху. Дозировки есть разные. Для кота это половинка, для собак больших размеров это целая таблетка или две таблетки, в зависимости от веса. Таблетку можно либо подмешивать в корм, либо давать принудительно, смешивая с водой. Вот такая упаковочка. И сделано средство в Германии. Фирма Артериум. Спасибо за внимание.